Ну а пока сохнут вот эти охреневшие колеса, нам надо заняться вот этими грязными клопаками. Этих малышей мы будем чистить механическим способом с помощью тряпки и растворителя. В принципе, основная грязь ушла. Далее мы наносим высокоабразивную пасту и полируем этот колпак. В принципе, она справляется весьма неплохо. Убирает всю ржавчину и грязь, налет. Колпак как новый. Далее проделаем эту операцию со всеми остальными колпаками. Вот. Ну, а я рекомендую вам подписаться на этот канал, потому что продолжение будет в следующей серии. Не забудь поставить лайк!